Один из микрорайонов Нягани украсил новый ледовый корт. Спортивный комплекс под названием «Хоккей-арена» возвели при поддержке газовиков, причем в кратчайшие сроки, всего за 4 месяца. За ходом строительства и качеством работ следили общественники. Площадь сооружения 2000 квадратных метров, вместимость катка до полусотни человек. Отмечу, что плюсы Няганского комплекса в том, что он универсальный. Летом его будут переоборудовать под футбольное поле. Мы играли у вас на вашем, так называется, открытом хоккейном корте. Там условия другие, ветер, снег. То есть погодные условия хуже, чем в крытом, даже в неотапливаемом крытом хоккейном корте. Я думаю, что кто придет сюда играть, тренироваться, ощутит разницу. Этот объект будет работать и зимой, и летом. Я рад за отделение хоккея, центра спортивной подготовки. Ребята, вы сможете тренироваться в закрытом помещении. Теплые раздевалки, прокат. И я уверен, что это место будет местом активного отдыха наших горожан, семейного отдыха.